Основная атакующая мощь команды сосредоточена в линии полузащиты. Ну что, Дуани сегодня выйдет. Очень насыщенно в середине. Посмотрим, продержатся ли они весь матч в таком сочетании. Основная атакующая мощь команды сосредоточена в линии полузащиты. Ну что, очень насыщенно в середине. Посмотрим, продержатся ли они весь матч в таком сочетании. Основная атакующая мощь команды сосредоточена в линии полузащиты. Ну что, очень насыщенно в середине. Посмотрим, продержатся ли они весь матч в таком сочетании. Основная атакующая мощь команды сосредоточена в линии полузащиты. Ну что, очень насыщенно в середине. Посмотрим, продержатся ли они весь матч в таком сочетании. Первый удар по мячу, и игра началась. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Деулофео. Будешь навешивать, а? Удар! Просто невообразимо вратарь сыграл. Ты видел такое, а? Невероятное спасение сейчас сделал. Уже в самом начале матча могли мы увидеть быстрый гол, но благодаря голкиперу этого не произошло. Мяч переходит к сопернику. Первый удар по мячу, и игра началась. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Деулофео. Будешь навешивать, а? Удар! Просто невообразимо вратарь сыграл. Ты видел такое, а? Невероятное спасение сейчас сделал. Уже в самом начале матча могли мы увидеть быстрый гол, но благодаря голкиперу...